Сейчас об успехах наших силачей. Кунгурские пауэрлифтеры из клуба «Атлант» успешно выступили на Кубке Урала и Сибири по силовым видам спорта. К слову, из-за участия в состязаниях представителей Вьетнама соревнования получили статус международных. Спортивный праздник состоялся в Екатеринбурге 19 мая. Кунгур представили три участника. Среди юниоров в дисциплине «Становая тяга» в весовой категории до 75 килограммов второе место занял Герман Шейфер. Он выполнил норматив кандидата в мастера спорта, осилив штангу весом 185 килограммов. Железный ветеран тяжелой атлетики Виктор Кадочников свое 70-летие отметил более чем достойно. В весовой категории до 90 килограммов неутомимый пенсионер выжил снаряд весом 175,5 килограммов и выполнил норматив мастера спорта. Ну а мастер спорта международного класса и тренер атлетов Константин Мальцев в становой тяге занял первое место, справившись со штангой весом в 315 килограммов.